очередная промывка малька. Малек пока еще не плавает. Ну, если быть точным, не малек, а личинка. Ну, в общем, начинают они активничать. Скоро начнем подкормку. Пока все это дело у меня сидит в той же самой ванне, где и была инкубация. Подача воды самотеком. Ну, в общем-то, изменений никаких нету. Отбор мертвых личинок небольшой, вот 12-20, 50 до 50 штук. Значит, ну, температура воды 11 градусов. Скоро начнем плавать и скоро начну подкармливать. Ну, мои куры.